Друзья, всем привет! Меня зовут Татьяна, мы находимся на моей кухне. Сегодня я покажу вам очень неожиданный, оригинальный, но очень простой горячий салат из печени. Этот салат очень вкусный, необычный, и он вас выручит, если вдруг неожиданно к вам нагрянули гости. Он готовится очень быстро. Для этого салата нам потребуется печень. У меня говяжья печень, вы можете взять куриную печень. 300-500 грамм будет вполне достаточно. Оливковое масло или подсолнечное масло 5 столовых ложек. 2 столовые ложки семени кунжута. Ваши любимые специи. У меня здесь прованские травы. Вам потребуется 1 столовая ложка меда. 2 столовые ложки соевого соуса. Соль, черный перчик и, внимание, ягоды малины. У меня малина замороженная, я заранее ее оттаяла. Малины нам потребуется примерно, ну, небольшая горсточка. Итак, для начала нам нужно порезать печень на небольшие кусочки. А сейчас нам нужно обжарить печень до готовности. Главное ее не пережарить. Печенку я пожарила. Пока отставляем в сторону. И сейчас нам нужно пережарить кунжут. 2 столовые ложечки на сухой сковороде. А теперь сделаем заправку для нашего горячего салата. 5 столовых ложек оливкового масла. Смешиваем с 2 столовыми ложками соевого соуса. Добавляем прованские травы и специи по вашему вкусу. Добавляем мед 1 столовую ложку. Немного черного перчика, совсем чуть-чуть. И немножко посолим. Заправка для нашего салата готова. Я взяла вот такое большое блюдо, украсила листьями салата и буду выкладывать горячую печенку. Польем печенку заправкой. Посыпем кунжутом. И в завершении украсим наш горячий салат ягодами малины. Сегодня мы с вами приготовили очень необычный, оригинальный и простой горячий салат из печени с малиной. Вроде бы два разных вкуса – печень и ягоды. Но эти два вкуса воедино соединяет заправка, которую мы с вами приготовили
из меда и соевого соуса. Поверьте, это очень вкусно. Такой салат станет украшением вашего праздничного стола. К этому салату очень хорошо будет подать свое домашнее виноградное красное вино. Ваше здоровье!